Запомни, туз дырявый, что нож тебе не поможет. Со мной такие штуки не проходят, понял, нет? Это уж посмотрим. Что-то ты не больно и торопишься. Ты куда уж мне? Ну давай, давай! Раз, сука! Привет, друзья! Евгений Сидихин знаком многим из нас как частый гость криминальных фильмов и сериалов, где он играет людей в военной форме. В начале 80-х ему в реальной жизни пришлось столкнуться лицом к лицу с войной, когда он был отправлен в Афганистан. Сейчас Евгений Сидихин является ветераном афганской войны, а события тех лет навсегда остались в его памяти. Будущий актер родился в Ленинграде в 1964 году, там же он учился, занимался вольной борьбой, становясь несколько раз чемпионом на местных соревнованиях. В 1982 году Евгений решил окунуться с головой в творчество и подал документы в ЛГИТМИК. Из-за призыва в армию Сидихин завершил обучение только в 1989 году. После этого он сразу же начал играть на сцене театра имени Товстоногова. Сниматься в кино Евгений Сидихин начал не сразу. Сперва он несколько лет оттачивал свои навыки в театре, а его кинодебют состоялся в 1991 году. Стоит заметить, что новоиспеченный артист сыграл сразу две главные роли – начинающего писателя Шувалова в драме «Графиня» и бывшего боксера Дрёмова в боевике «За последней чертой». К началу 2000-х Сидихина уже знала вся Россия и другие русскоговорящие страны. Пик известности настиг Евгения после выхода в свет криминального сериала «Бандитский Петербург», где артист сыграл майора Кудасова. Затем последовало подписание многолетнего контракта с создателями кинопроекта «Литейный». Сидихин исполнил роль генерала Шаламова. В какой-то момент Евгений хотел навсегда покинуть эту съемочную площадку, но дружба с Алексеем Ниловым и Андреем Федорцовым взяла верх. Кроме того, хорошей работой стала криминальная картина «Позывной стая», где Сидихин сыграл со своей дочерью Полиной. В плане семейной жизни Евгений Сидихин является довольно счастливым человеком. Со своей женой Татьяной Барковской актер познакомился еще в институте. Они учились на параллельных курсах, но не замечали друг друга, пока однажды не встретились на дне рождения общего знакомого. С тех пор супруги не расставались, вместе они уже более 30 лет. Евгений не только талантливый артист, но и любящий и заботливый папа троих дочерей – Полины, Аглаи и Анфисы. Главный принцип воспитания девочек у Евгения – это разрешать им все и безгранично любить. Артист обожает свою семью и старается почаще бывать дома. Отдыхать артист любит у моря, ему нравится открытая вода и корабли. Желаем удачи прекрасному артисту Евгению Сидихину. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.